Репная белянка, также именуемая репницей, большая любительница капустных культур, встречающаяся практически повсеместно. Внешне она очень похожа на капустную белянку, однако репная белянка характеризуется более компактными размерами. Репная белянка представляет собой дневную бабочку с длиной тела 20-26 мм, размах крыльев которой достигает 40-50 мм. Как и у всех представителей семейства белянок, усики булавовидные, губные щупики короткие, глаза голые, хоботок развитый, крылья широкие. Крылья мучнисто-белого цвета с темным опылением у основания. На концах передних крыльев черная кайма серповидной формы. У самцов передние крылья с черной вершиной и одним черноватым пятном, а у самки таких пятен два. Задние крылья вредителей внизу чуть желтоватые, а сверху на передних краях оснащены также черными пятнышками. Репница распространена в Европе, Северной Африке, Азии, Австралии и Северной Америке. В России вид распространен по всей европейской части, кроме крайнего севера. На юге – Западной и Восточной Сибири, на севере – до Якутска. На Дальнем Востоке, включая Сахалин и Южные Курилы. В северных областях России репные белянки развиваются за год в двух генерациях. А в южных областях они нередко дают по 3-4 поколения. Репница относится к вредителям овощных культур. В Европе вред, наносимый ею капустным растениям, незначителен, но в Америке очень ощутим. Гусеницы повреждают капусту белокочанную и цветную, брюкву, репу, редьку, хрен, редис и другие культурные и дикорастущие крестоцветные растения. Имаго питаются нектаром цветов. Поза покоя с закрытыми, сложенными за спиной крыльями. Бабочки вылетают рано весной, в средней полосе обычно в начале мая. И вскоре же приступают к откладке яиц, располагая их поодиночке, преимущественно на нижней стороне листьев крестоцветных растений. Бабочки первого весеннего поколения репницы в средней и северной полосе откладывают яйца преимущественно на сорные крестоцветные растения. Второе и последующее поколение репницы развиваются главным образом на капусте и других культурных крестоцветных. Развитие яйца
у летних поколений репницы длится от 3 до 5 дней. Бабочки-репницы, относящиеся к первому возрасту, встречаются с апреля по май, второго возраста – с июля по август, а третьего возраста – с сентября по октябрь. На территории европейской части России общие сроки лета составляют май-август. Вредители разных возрастов имеют различные формы темных пятен и отличаются чешуйчатым покровом. Борьба с белянкой — это далеко не самая простая задача. Насекомое стремительно размножается и пересекает внушительные расстояния, выбирая для своего обитания все новые и новые участки. Белянки – достаточно активные насекомые. Благодаря сильным и развитым крыльям они способны пролетать большие расстояния, а для некоторых видов свойственна миграция. Зимуют куколки на листьях кормовых растений, растительных остатках, заборах, стволах деревьев и кустарников. Бабочки-белянки встречаются по всему миру, за исключением Новой Зеландии. В Палеарктике около 150, а на территории России около 70 видов.